Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале «Коллекция монет». Вот такое вот сегодня большое пополнение. Более 20 монет пришло сегодня. Ну, уже я все распаковал, потому что опять это все заняло достаточно большое время. И чтобы его не тратить, сразу посмотрим монеты, которые были получены. По порядочку сверху начнем. Вверху будем убирать. Так, первая монета. 10 ариари. Мадагаскар, 99 год. Ну, сразу скажу, тут все монеты вроде отличного качества. Так, на скидку, по крайней мере, еще не рассматривал их, но сейчас посмотрим. 10 ариари, 99 год. По-моему, один год монета выпускалась. Так, следующая монета. Монета Ботсваны. Две пулы. Или два пула. год. Следующая монета. Монета Египта. 20 пиастров, 84 год. Югославия. 1 динар 94 года. Так, дальше. Что дальше? Так, это Западная Африка. 5 франков. Год. 2011. Где-то еще должна быть монета. Вот она. Западной Африки. Это 25 франков уже. 71 год. Тоже монета в отличном состоянии. Так, следующая монета. Ливия. 100 мильемов. 65 год. Саудовская Аравия. 4 гирш. год. Крупная монета, тяжелая. Так, дальше. Ну, вот несколько монет Перу. Так, сейчас я их сразу... Вот они. Сразу все подряд покажу. Первая монета 25 сентава. Год 1974. Ун соль. Один соль Перу. 71 год. Блин, монеты очень хорошие. И одна вторая соль. Тоже из этого же периода. 73 год в данном случае. Да, 73-й. Вот три монеты Перу. Дальше что еще у нас? Так, это бельгийская монета. Ну, здесь тоже три бельгийских монеты. Раз, два и где-то... Вот это, наверное. Да, вот они. Три монеты Бельгии. 1904 год. 5 сантимов. год, 5 сантимов. Ну, здесь разные монеты, это разные типы.
Разные типы монет. И монета номиналом 25 сантимов 1908 года. Бельгийские. Так, что еще здесь? Монета Ирана. 5 реалов 72 года. Монета Ирака. 1 филс. Пятьдесят девятого года. Много, то есть азиатских монет, азиатских стран в этой посылке. Вот еще одна азиатская нечастая монета. Монета Омана, 1/4 реала 1980 года. Так, дальше монета Сирии. 1 фунт 94 года. Египет. Египетская была монета 20 пиастров, а это уже монета начала 20 века, 5 милимов, 1917 год. Тоже в отличной сохранности. Ну и последние монеты. Монета Югославии. 25 пар 82 года. Два года монета выпускалась. Это тип 82-83. Югославия. Одна монета вот, социалистическая осталась мне. Так, монета ЮАР. 5 центов. 2000, какой год? 2002. Вот ЮАР почти... Пятицентовики, по-моему, все собрал, какие-то не выпускали. Так, ну и последняя монета, монета Сомали. 10 шиллингов, 2000 год. Ну, неплохо, в общем-то. Монеты качество отличное. По фотографиям в некоторых монетах я немножко сомневался. Так, блин, скрепочка. Не хочет цепляться. Ладно, уберем потом. Вот. По фотографиям некоторых сомневался, но вживую все оказалось очень даже отлично. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Удачи. До новых встреч. Пока.